Добрый день! Сегодня мы поговорим про Анри Матисса. С Матиссом сложно. Дело в том, что главное его достижение в области декоративно-прикладного искусства и тот памятник, про который он сам говорил как о вершине своей карьеры и главном своем труде на всем творческом пути, это здание. Капелла Чёток, она же капелла Ванси, она же капелла Розария. Матисс создал для этой капеллы все, начиная от архитектурного проекта, заканчивая эскизами росписи, собственно, сами росписи, сами витражи, а также внутреннее убранство, мебель и даже одежду для священнослужителей, которые там будут вести службы. Создана она была в 1949 году, закончена в 1951 году. И Матисс, заканчивая капеллу, был уже глубоко больным человеком. Есть фотографии, где он расположен в центре, наконец-то, законченной капеллы, уже сидя на стуле, поскольку он уже не мог, в общем-то, долго стоять. Он сидит такой довольный тем, что сделал, с тросточкой в абсолютно пустой капелле. Капелла прекрасная, очень светлая, очень такое потрясающее внутреннее помещение довольно маленького размера, потолок всего 5 метров, в длину она 15 метров, и, в общем, такой маленький, что-то вроде такого кубика, который стоит в Вансе, но это совершенно не отменяет ее особого шарма и особой значимости. Нужно сказать про две детали именно декоративно-прикладного характера, если мы говорим о этой капелле в рамках выставки «Не живопись». Матисс сделал витражи. Это, в общем-то, довольно абстрактные сцены. В основном это растительные орнаменты, это цветы кактуса или это рыба со звездой, которая расположена над северным трансептом. И это росписи. С росписями есть забавная перекличка. Дело в том, что для того, чтобы научиться работать с керамикой, научиться работать с росписями, как раз-таки понять вот эту вот хитрость изменения цветов во время обжига, он ездил как раз-таки в ту самую мастерскую Мадура в Валорисе, в которой работал и Пабло Пикассо. Пабло Пикассо, к слову, критиковал довольно сильно Матисса, когда Матисс создавал эту капеллу, потому что он говорил, что Матисс не имеет права этим заниматься, он же даже не верующий. Но для Матисса, мне кажется, это было настолько посвящение, вот что-то такое высшее и что-то более важное, что совершенно не важно, был ли он верующим или неверующим, это совершенно особенное по своему настроению капелла, которую, конечно, нужно обязательно посетить, как только будет возможность. У нас в музее есть несколько подготовительных эскизов к этой капелле, которые нам подарила Лидия Николаевна Делекторская. Это последняя муза, спутница и секретарь Матисса, которой он дарил многие вещи, и которая потом передала эти вещи нам в музей. Так, например, на этих эскизах есть подпись «Алидия Анри Матисс». И, как правило, все вещи, которые подарены Лидии Николаевне Делекторской нам, они подписаны лично от Анри Матисса. Мы стоим напротив двух эскизов, как раз-таки к тем самым росписям капеллы. Это «Богоматерь» и «Святой Доминик». Это любопытные вещи, тем более они любопытные тем, что вообще-то Матисс не очень любит подготовительные эскизы. Если, допустим, вы подниметесь к нам на третий этаж и посмотрите на живописные вещи Матисса, Матисс очень подвижен в своей живописи, и он очень часто меняет линии, очертания, образы прямо по ходу движения. Очень часто видны вот эти коррективы, да, на законченных произведениях. Здесь он специально готовится к этим росписям, он специально продумывает, как это все будет выглядеть. И на самом деле финальные росписи, в общем-то, практически повторяют вот эти вот подготовительные эскизы. Эскизы, конкретно эти два, это очень редкая вещь. Редкая тем более потому, что это карандаш на бумаге, мы их никогда раньше не показывали. Это первый раз, когда мы их показываем на публике, и провисеть они могут всего 2 месяца, поэтому даже если выставку продлят после 20 июня, то эти вещи мне придется снять со стены, потому что, к сожалению, карандаш на бумаге не может быть под музейным светом больше 2 месяцев.